Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились в 1,5 раза. Об этом сегодня заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов в ходе отчетной встречи с населением. Кстати, Минсельхоз решил отличиться и провести отчет не в столице, а в регионе. Моя коллега Айгерим Дюзикенева сопровождает министра в его поездке в Карагандинскую область. Айгерим, вы в эфире. Добрый день, Жанна. Да, сейчас мы находимся в Караганде. Здесь министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов рассказал об итогах развития отрасли в 2016 году и задачах министерства на текущий год. Стало известно, что в прошлом году, в начале года, на развитие агропромышленного комплекса было выделено аж 179 миллиардов тенге, что только на 3% больше по сравнению с 2015 годом. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год составил порядка 3 триллионов тенге. При этом рост производства впервые за последние 10 лет обеспечен всеми областями. Жанна. Спасибо, Айгерим. Более подробно об отчете Аскара Мырзахметова мы расскажем в наших следующих выпусках новостей.